почему же делать подоконники, почему же делать окна? Ну, профи сам получается. То есть, взять если старое производство оконных технологий, то есть всегда добавлялся вот именно в ПВХ свинец и кадмий. На солнце он вступал в реакцию с металлами, и ПВХ, независимо от того, как вы, чем бы вы его ни мыли, чем бы вы ни пёрли, сама структура ПВХ начинала темнеть. Со временем, то есть появляется такая неприятная желтизна. Ну то есть сейчас от этого отошли, тяжелый металл уже в профиль не добавляет. Знаете, что российское производство, что германское производство профиля, что нынешние, допустим, все ПВХ конструкции, ну это только могут у вас пожелтеть, единственное, что какие-то, допустим, наружные уголки, которые, ну, грубо говоря, вы запустили. Если за ним по пластиковым качественно ухаживать, то это можно всего избежать. Спасибо за внимание.